Теперь у нас на очереди второй наборчик. Всем привет, кто нас не видел еще. Мы распаковали вот этот вот большой бластер. Показывай, Саш. Огромный. Смотрите наше предыдущее видео распаковки. И теперь мы будем распаковывать следующий бластер. Это чуть-чуть поменьше. У него поменьше пуль, там 20. А тут 8. 8 пуль. Тоже вот такой вот монстр, инопланетянин, элиан. Вот тут вот нету уже барабана, там есть, тут нету. Тут вставляются вот сюда как-то пули. И вот сзади вот такое вот. Собственно, раз, два, 8 пуль, говорит, но я вижу только 5. Они, наверное, там еще по 2, что ли, вылазят, я не знаю, надо смотреть. Так, и вот тут такой страшилка, ну тут он какой-то чуть-чуть, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, вот такой вот. Тут вот такие вот, как бы, 4 стороны, а тут только 2 я вижу. Как будто бы еще не хватает сюда и сюда. А может оно где-то там, внутри? Может внутри? Так, надо сейчас распаковывать и смотреть. Все, распаковываем. Может вот здесь внутри еще часть. Вот с одной стороны, со второй. Вот такой вот он. Вот тут вот что-то прозрачное. Кнопочка. Вот такая вот. Сейчас будем играть! Стрелять! Саша вон уронил пульки. Ищет их теперь. Вот мы распаковали вот этот вот автоматище второй. И вот получается, у него там есть вот эти вот части запасные, которые вот Саша сейчас скрепляет. А ты правильно туда? Чтобы они там зашли. Вот, раз. Два. Все, ничего себе. Вау. Он еще крутится. Вот это круто. Вот это крутое, конечно же. Да, Саша? Вау, дай посмотреть, пожалуйста. Вот, смотрите, товарищи. Вот тут вот нажимать. Вот тут такое прозрачное. Держать. И вот так его даже заряжать. И вот 8 пуль сюда вставляется. Вот тут вот такой вот барабан крутой. На, держи, заряжай. Надо пулями зарядить и стрелять. Прыгающие пули. Саша заряжает пулями. И главное, в этом вот пули такие же самые, как и в первом, который ты открывал, да? То есть можно дополнительные пули купить только одного размера и будет на 2 пистолета. Нёр! Вот это, конечно, крутые всякие игрушки. Стреляю! Ничего себе, он прокручивается каждый раз, да? Стреляет. И вот наш второй. Ой-ой-ой. Вот. Ну, он такой большой, он огромный по сравнению вот с этим. Вот смотрите. Два таких вот, и этот такой вот побольше. И у него тут 20 пуль, у этого 8 пуль. Такой вот огромный, крутой. Вот такие вот крутые распаковки сегодня. Первый такой на 20 пуль, второй на 8, уже где-то 1/8 потеряли. И в том, да, по одной пульке сейчас будем искать. И Саша такие вот крутые автоматища. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Сансаныч ТВ. Пока-пока. Пока, всем до скорых встреч. Смотрите еще нас, у нас еще будут крутые распаковки. Пойдем еще выбирать всякие классные бластеры, да, Саша? Зомби там, например, есть. Надо еще купить, потому что у нас никогда еще не было зомби. Всем до скорых встреч, пока!